Итак, я подхожу к завершению 12 ряда. Я выполнил последние 3 столбика вокруг столбика с накидом. Делаю 3 воздушные петли. Рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг следующего столбика. Незавершенный рельефный лицевой вокруг следующего и вокруг следующего. Далее. Вокруг самого первого столбика я просто протягиваю нить и соединяю с нашими другими столбиками. Приступаем к 13 ряду. Одна воздушная петля подъема. Рельефный лицевой столбик с одним накидом. Незавершенный вокруг нашей убавки. Рельефный лицевой. Незавершенный. Незавершенный рельефный лицевой вокруг следующего столбика. Теперь все петли провязываем вместе. У нас здесь будет убавка тоже. Далее 4 воздушные петли. 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг следующего столбика. Один рельефный лицевой вокруг следующего. Вокруг крайнего опять 2 столбика рельефных лицевых. То есть было 3 столбика, теперь 5. Далее 4 воздушные петли. Убавка. Незавершенный рельефный лицевой вокруг следующего столбика. Незавершенный рельефный лицевой вокруг следующей убавки и незавершенный вокруг следующего столбика. Вот так. Далее опять 4 воздушные петли. Здесь у нас идет 3 столбика, вокруг крайних делаем по 2 и средний у нас остается 1 столбик. Прибавка у нас здесь 2 столбика. Далее 1. И опять 2 столбика. Первый. Второй. Далее у нас 4 воздушные петли. И здесь у нас опять идет убавка. Незавершенный рельефный лицевой вокруг столбика. Незавершенный рельефный лицевой вокруг убавки. И незавершенный рельефный лицевой вокруг следующего столбика. Все петли провязываем вместе. Далее опять 4 воздушные петли. И так далее. Продолжаем вязать этот ряд до конца. Убавка из 3 столбиков. Прибавки по краям здесь. И 1 столбик. И здесь по 4 петли. Вяжем так ряд до конца. Я провязал практически до конца 13 ряд, выполнил последние 4 воздушные петли. И теперь я выполняю незавершенный рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг последнего столбика. И соединяю соединительной петлей в вершину нашей первой убавки. Все, ряд завершен. Приступаем к 14 ряду. Одна воздушная петля подъема. Рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг вершины этой же самой первой убавки. Далее 2 воздушные петли, столбик с накидом в следующую арку. 2 воздушные петли, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг каждого из следующих 5 столбиков. Две воздушные петли, столбик с накидом в следующую арку. Две воздушные петли, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг вершины убавки. Две воздушные петли, столбик с накидом в арку.
2 воздушные петли, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг каждого из следующих 5 столбиков. Таким образом вяжем ряд до конца, то есть выполняем вокруг убавки 1 столбик и по бокам от убавки в арке 4 воздушных петель по столбику с одним накидом. Здесь столбик вокруг каждого столбика, то есть у нас их получается 5. Здесь везде у нас по 2 воздушные петли. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. 15 ряд. 1 воздушная петля подъема. Вокруг первого этого же столбика выполняем рельефный лицевой столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и еще один рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг этого же первого столбика. То есть столбик, 2 петли, столбик. Далее 2 воздушные, рельефный лицевой вокруг следующего столбика, 2 воздушные, убавка из 2 столбиков рельефных лицевых с одним накидом. Провязали 2 незавершенных столбика и все петли провязываем вместе. Далее рельефный лицевой вокруг следующего столбика и далее у нас идет опять убавка. Провязали 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом незавершенные, 3 петли на крючке, провязываем их вместе. Далее опять 2 воздушные петли, рельефный лицевой вокруг следующего столбика, 2 воздушные, вокруг вот этого столбика выполняем рельефный лицевой, 2 воздушные, рельефный лицевой. Далее у нас уже раппорт повторяется, 2 воздушные петли, рельефный лицевой вокруг следующего столбика, 2 воздушные, убавка из 2 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. Далее идет 1 столбик и затем опять убавка. Две воздушные и так далее. Продолжаем вязать ряд до конца. 16 ряд. 1 воздушная петля подъема, 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг первого столбика. Два столбика с одним накидом сразу же в арку из 2 воздушных петель. Два рельефных лицевых вокруг следующего столбика. Две воздушные, рельефный лицевой вокруг следующего столбика. Две воздушные, убавка из 3 столбиков вокруг следующей убавки, следующего столбика и следующей убавки. Все петли вместе. Далее опять 2 воздушные, рельефный лицевой, 2 воздушные, вокруг следующего столбика выполняем 2 рельефных лицевых, 1 же в арку после столбика вяжем 2 столбика с одним накидом и сразу вокруг следующего столбика выполняем 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Далее у нас уже раппорт повторяется, 2 воздушные, вокруг следующего столбика вяжем 1 столбик, 2 воздушные, и здесь у нас убавка из 3 столбиков вокруг убавки, вокруг следующего столбика и вокруг следующей убавки. Все петли вместе.
2 воздушные. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. То есть здесь у нас вот эти лепесточки мы закрываем, убавка. Вокруг столбиков повторяем по столбику. А здесь, вот в этом месте, выполняем 2 столбика, 2 столбика, 2 столбика. Все. А здесь у нас везде между ними по 2 воздушные петли. Продолжаем так вязать до конца ряда. 17 ряд. 1 воздушная петля подъема. Здесь вяжем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Вокруг каждого из этих 6 столбиков и между столбиками у нас по 1 воздушной петле. Провязали 1 столбик, воздушная петля. Рельефный лицевой вокруг следующего. Воздушная петля. И так вокруг каждого из этих 6 столбиков вяжем рельефный лицевой столбик с одним накидом и между столбиками по 1 воздушной петле. Воздушная петля, крайний столбик. Теперь 2 воздушные. Рельефный лицевой столбик с одним накидом. Здесь у нас 1 воздушная, столбик вокруг убавки, 1 воздушная и опять столбик рельефный лицевой с одним накидом. Далее опять 2 воздушные петли и здесь у нас пошло повторение. Рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг каждого из следующих 6 столбиков и между столбиками выполняем по 1 воздушной петле. Все, так провязали 6 столбиков, между ними по 1 воздушной петле. И здесь у нас 2 воздушные, 1 столбик, 1 воздушная, столбик вокруг убавки, 1 воздушная и опять столбик. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. 18 ряд. 1 воздушная петля подъема, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг первого столбика. В этом ряду мы вяжем по столбику вокруг каждого из этих 6 столбиков, только теперь не 1, а 2 воздушные петли между ними. Так, провязали столбик, 2 воздушные петли, рельефный лицевой вокруг следующего столбика, 2 воздушные петли, рельефный лицевой вокруг следующего. И так вяжем вокруг каждого из этих 6 столбиков по столбику и между ними 2 воздушные петли. Провязали 6 столбиков. Далее 2 воздушные петли, убавка из 3 столбиков вокруг следующего столбика, вокруг следующего и здесь вот третий следующий столбик. 4 петли на крючке провязываем вместе. Далее опять 2 воздушные петли и наш раппорт уже повторяется. Вяжем 6 рельефных лицевых столбиков подряд и между каждым столбиком, между ними по 2 воздушные петли. Все, так продолжаем вязать ряд до конца, я думаю, тут уже все понятно. Здесь по столбику и 2 воздушные петли. Между вот этой штукой и этими тоже 2 воздушные петли, здесь убавка из 3 столбиков. Все, вяжем так ряд до конца. 19 ряд. 1 воздушная петля подъема, рельефный лицевой столбик с одним накидом. Вокруг каждого столбика и между столбиками вяжем по 2 воздушные петли.
Две воздушные. Столбик. Две воздушные. Столбик. И так провязываем вокруг каждого столбика по столбику, между столбиками 2 воздушные петли. И здесь то же самое, 2 воздушные петли, рельефный лицевой вокруг убавки с одним накидом столбик. И опять 2 воздушные. И пошли точно так же. Рельефный лицевой, 2 воздушные. Таким образом вяжем до конца ряда, то есть вокруг каждого столбика. Вяжем по столбику, в том числе и вокруг убавки. И везде у нас 2 воздушные петли, ряд простой. Вяжем таким образом до конца ряда. 20 ряд. 1 воздушная петля подъема. В этом месте у нас пока ничего не меняется. Рельефный лицевой столбик вокруг каждого столбика, и между этими столбиками у нас по 2 воздушные петли. Вяжем так вот эти все наши 6 столбиков, 2 воздушные петли, рельефный лицевой. Пятый столбик, 2 воздушные, рельефный лицевой. Далее 2 воздушные. Вокруг вот этого столбика вяжем 3 рельефных лицевых. Первый, второй и третий рельефный лицевой столбик с одним накидом. Далее у нас 2 воздушные петли, и раппорт повторяется. Вяжем рельефные лицевые столбики 6 штук, и между ними по 2 воздушные петли. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Здесь у нас по столбику и воздушные петли 2 штуки. И здесь тоже по 2 воздушные петли, только теперь 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг этого столбика. Вот в этих местах. Все, так вяжем до конца ряда. 21 ряд. 1 воздушная петля подъема. Рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг каждого из следующих 6 столбиков, и между столбиками по 2 воздушные петли. В этом месте у нас, в этом ряду, пока ничего не меняется. Вяжем по рельефному лицевому столбику с одним накидом вокруг каждого столбика, и между столбиками у нас по 2 воздушные петли. Провязали все 6 столбиков, выполнили 2 воздушные петли между ними, далее 2 воздушные петли, и вокруг следующих 3 столбиков вяжем по 1 рельефному лицевому столбику, и между этими столбиками по 1 воздушной петле. Вот так. Далее у нас идет опять 2 воздушные петли, и раппорт повторяется. Вяжем 6 столбиков, и между ними по 2 воздушные. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца. 22 ряд. 1 воздушная петля подъема. Рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг каждого из этих 6 столбиков. И между столбиками по 2 воздушные петли. В этом месте у нас пока ничего не меняется. Провязываем 6 столбиков рельефных лицевых с одним накидом. И между столбиками по 2 воздушные петли. Далее у нас идет 2 воздушные петли. Теперь вокруг каждого из этих столбиков будем провязывать по 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом. И между группами из этих 2 столбиков у нас останется также по 1 воздушной петле, как и было в предыдущем ряду. Вяжем 2 столбика вокруг следующего столбика.
одна воздушная петля, два столбика вокруг следующего. Опять одна воздушная петля, два столбика вокруг следующего. Далее 2 воздушные петли, и у нас раппорт повторяется. Уже смысла, я думаю, нет показывать, вы уже в принципе все знаете. Вяжем так до конца ряда. 6 столбиков, между ними по 2 воздушные петли, и здесь тоже по 2 по бокам. А здесь по 2 столбика вокруг каждого столбика из 3. И между столбиками остается, так же как в предыдущем ряду было, по 1 воздушной петле. Все, вяжем так ряд до конца. 23 ряд. 1 воздушная петля подъема, рельефный лицевой столбик. С одним накидом вокруг первых этих 6 столбиков тут у нас ничего не меняется. И между столбиками по 2 воздушные петли. Две воздушные, рельефный, лицевой. Так, провязали 6 столбиков. Далее 2 воздушные петли. Рельефный, лицевой столбик с одним накидом вокруг каждого из следующих 2 столбиков. Далее 1 воздушная, рельефный, лицевой вокруг каждого из следующих 2. Одна воздушная, рельефный лицевой вокруг каждого из следующих 2. 2 воздушные и так далее. У нас раппорт повторяется. Здесь все просто. Здесь по столбику точно так же все 2 воздушные. Здесь по 2 воздушные по бокам. Здесь по столбику вокруг столбика предыдущего ряда. То есть 2 столбика воздушные, 2 столбика воздушные, 2 столбика уже 2 воздушные, и раппорт повторяется. Вяжем так до конца ряда. 24 ряд. 1 воздушная петля подъема, рельефный лицевой столбик с одним накидом вокруг первого столбика. 1 воздушная петля, рельефный лицевой вокруг следующего. 2 воздушные, рельефный лицевой. 1 воздушная, рельефный лицевой, 2 воздушные, рельефный лицевой, 1 воздушная, рельефный лицевой. То есть здесь, если у нас было везде по 2 раньше, сейчас 1, 2, 1, 2, 1, чередуется. 1, 2, 1, 2, 1. То есть везде по одному, только между первым, точнее между вторым и третьим, и между четвертым и пятым. Вот так, здесь по 2, а везде по одному. Ну, проще запомнить, чередуйте. Далее, 2 воздушные петли, 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг следующего. 1 рельефный вокруг следующего. 1 воздушная. 2 рельефных лицевых вокруг следующего. И опять 2 вокруг следующего. И здесь у нас пошло в зеркальном отображении 1 воздушная петля, 1 рельефный вокруг следующего и 2 вокруг следующего. Две воздушные. И пошли повторять раппорт. Я вам еще раз покажу. Рельефный лицевой. 1 воздушная. Рельефный лицевой. 2 воздушные. Рельефный лицевой. 1 воздушная.
рельефный лицевой, 2 воздушные, рельефный лицевой, 1 воздушная, рельефный лицевой. Далее 2 воздушные, идет прибавка, затем 1 столбик, 1 воздушная, затем прибавка, затем опять прибавка, одна воздушная, 1 столбик, прибавка. Далее 2 воздушные и раппорт повторяется. То есть здесь 1, 2, 1, 2, 1. В этом месте по бокам прибавки, а в этом в каждый столбик прибавки. Все, так вяжем до конца ряда. 25 ряд. 1 воздушная петля подъема. Рельефный лицевой столбик с одним накидом. Вокруг каждого из следующих, точнее вот этих первых наших 6 столбиков и между всеми столбиками по одной воздушной петле. 1 воздушная, столбик, воздушная, столбик. Провязали все 6 столбиков, далее у нас 2 воздушные. И здесь вяжем по столбику вокруг каждого столбика. То есть здесь у нас 3 столбика. Далее у нас 1 воздушная петля. Здесь у нас 4 столбика получается. Далее 1 воздушная, здесь 3 столбика, далее 2 воздушные и наш раппорт повторяется. В этом месте просто вяжем по столбику вокруг каждого столбика, и в этих местах у нас остается по одной воздушной петле. Между вот этой штукой и вот этими у нас здесь 2 воздушные, а между всеми этими столбиками теперь по одной воздушной петле. Таким образом продолжаем вязать ряд до конца.